Всем привет! Сегодня 11 декабря 2019 года. И мы все еще находимся в штате Алабама. Но сегодня и, в общем-то, сейчас уже мы едем в аэропорт города Бирмингем для того, чтобы вылететь в Нью-Йорк. Все коровы лежат, дышат. Моя дочка нас отвозит на машине. Привет всем! Сейчас я веду машину в сторону города Бирмингема. Скоро мы прыгнем на основной хайвей I-20. И сейчас я просто сижу за рулем, смотрю на красивую погоду и ем мятную конфетку, чтобы слегка не засыпать. У меня сейчас 4-месячная дочка. И, конечно, с таким маленьким ребенком у нас очень утомительная, но очень прекрасная жизнь. Какие здесь церкви есть. Погода больше весну напоминает, чем почти что середину декабря. Да, у нас здесь в Алабаме очень интересная погода. У нас большие перепады в температуре. Прошлую неделю было где-то 20 градусов, 18 градусов. Потом упало на минус 1, минус 5, такие вот температуры. А сейчас опять низкие плюсовые температуры. Что я могу сказать? Здесь очень большой перепад. Здесь даже бывает иногда снег заждем, а потом обратно подскакивает где-то на 17-18 градусов. Очень, конечно, интересный климат, потому что мы здесь и на юге Соединенных Штатов Америки, и мы, так сказать, находимся в горах, так что здесь очень интересный климат. В аэропорту Бирмингема. Мы уже прошли чек-ин. Сейчас находимся в зале ожидания аэропорта Бирмингем возле своего гейта. Будем еще прилично сидеть. У нас до трех, да, здесь? 3 часа, да, у нас. Сейчас только без 15 час. Да. Еще пару часов. Ну, вот так. Это аэропорт локал, так-то местная, так сказать. Секция это мини международная. Так что здесь просто обычные рейсы между городами в Америке. Мы летим до города Шарлотт, это в Северной Каролине. Там мы пробудем 3 часа и оттуда вылетим в Нью-Йорк. У нас пересадка. Хотя бы какое-то разнообразие. Потому что обычно я показываю, как мы едем на машине, а сейчас у нас полет через аэропорт, мы добираемся до дома. Здесь вот такая реклама, вон там винтажный велосипед, аж пылью покрытое сиденье, когда мы проходили мимо. Здесь уже елочка стоит. Такая вот рыбак, фишерман, 1992 год, Фрэнк Флеминг, Америка, родился в Америке в 40-м, Порцелан. Ну, такая собачка, интересно. Все, мы уже приземлились в Шарлотте, это Северная Каролина. Здесь у нас пересадка. Вот. Мы будем из Шарлотта вылетать в Нью-Йорк скоро. Самолет был задержан рейс, так что быстро-быстро. У нас где-то есть около часа времени. Уже темно на улице. Смотрите, в Шарлотте какой большой олень крисмасный до самого потолка. Красота. Да.
вот на такой бегущей дорожке мы движемся. Вот мы движемся. У нас Си-14, наш гейт посадочный. Этот самолет уже побольше. Здесь 6 сидений в ряду, а прошлый был 4. Сейчас поднимаемся над Шарлоттом. Через 2 часа будем в Нью-Йорке. Сейчас спускаемся в лендинг. Столько огней. Это вот перед Крисмасом. Такие огни с декорациями, разноцветные. Это вот столько света, такого обычно не бывает. Бывает обычно, а это вот всякие лампочки, посмотрите. Вот мы сейчас садимся, у нас приземляемся в Кеннеди аэропорту. Смотрите, сколько ярких огней. Мы как раз, у нас сиденье над крылом, поэтому вот видно ограничено. Вот такие вот огни. Все, мы уже на выходе. Star Wars рекламирует. Снова наверх, да, то вниз спускались, а теперь наверх. Здесь тоже. Сейчас идем, продолжаем, вернее, путь к выходу. Аэропорт большой, вверх-вниз по эскалаторам. Такая елка впереди. Красивая. И он большое яблоко. Значит, мы в Нью-Йорке. Вот. Битлджус показывает Бродвей шоу. Магазины. Какой красивый самолет с подсветкой и елка. Вот какая красота предрождественская. Здесь это терминал American Airlines. Ну да, здесь эти магазины. Сейчас уже вечер, около 10 вечера, или уже 10. Опять вниз. С ума сойти. Снова вниз. Сейчас в прошлый раз так долго ходили. Да, это другой гейт. Смотрите, какая красота. Да, Шарлз
Фазину. Идем на выход. Багаж. Кстати, с нашего самолета люди. Ну, позвони, то у меня рядом телефон. У нас багажа такового не было в сдачу, поэтому мы будем просто ждать звонка от кар-сервиса. Выезжаем из Ивки.